С 1 августа в Беларуси стартовал проект национальной системы электронного дорожного сбора «Белтолл», призванный упростить процедуру оплаты проезда для пользователей дороги. Теперь для того, чтобы рассчитаться за право колесить по трассам республики, водителям не нужно ехать на привычный пункт взимания сборов, к примеру, на Федьковичи. Все сделает система, принцип работы которой прост. На дорожном полотном размещаются специальные рамки, так называемые порталы в платную дорогу, оснащенные приемопередатчиками, которые осуществляют обмен информацией с бортовым устройством, установленным на лобовом стекле автомобиля. Таким образом, чудо-технология позволяет оплачивать проезд без остановки. Изначально это является инвестиционным проектом австрийской фирмы Capsch Telematic, которая уже этот инвестиционный проект и такие же удачно сделала в других странах Европы, в том числе и в Австрии, в Чехии, в Польше внедрялась именно такая же система. Наша является даже более новой системой, которая использует более новую технику, более передовые, скажем так, технологии. И для чего создавалась? Именно создавалась для взимание оплаты, скажем так, в безостановочном режиме, многополосного движения, чтобы транспортные средства, в том числе перевозчики и туристы, которые посещают нашу страну, могли беспрепятственно продвигаться через эти рамки и в автоматическом режиме оплачивать за платную дорогу. Дмитрий Бондарук водит тягач не так давно. Однако про новую систему электронного дорожного сбора «Белтолл» впервые услышал около 2 месяца назад. И сразу же приобрел бортовое устройство. Поэтому при проверке документов электронного прибора, своеобразного проводника к рамке у водителя-международника все оказалось в порядке. Вы сразу приобрели вот бортовое устройство? Да, устройство бортовое приобретали заранее в Минске. То сейчас уже бесконтактная система стала. Вот, на ваш взгляд, она сохраняет время вообще? Ну, немного сокращает движение в пути вот это вот. И проще немножко. По безналу идут перечисления и более-менее это проще становится. Однако новая система оплаты застала некоторых участников движения врасплох. Многие путешественники из Литвы или Украины уже в первые дни августа автоматически приобрели нелицеприятный статус нарушителей. Потому что, въехав в Беларусь и увидев на перекрестке знак «платная дорога» без всякой дополнительной информации, автомобилисты не обратили на нее внимания и проезжали под рамкой без бортового устройства. Все дело в том, что новая система оплаты касается всех иностранцев на любых автомобилях. А вот водителям Беларуси, России и Казахстана повезло больше. С легковых автомобилей стран таможенной тройки плата не взимается. И еще. Если ранее автомобилисты платили за проезд только по одной транспортной артерии, трассе М1Е30, то с 1 августа это правило распространилось на дороге первой категории с индексом М. В общей сложности «Белтолл» затронуло 815 километров белорусских дорог. За 2 месяца работы в брестском филиале представительством Капш выявлено 2800 нарушителей и уплачена сумма в увеличенном размере порядка 770 тысяч евро. В основном оплачивают это иностранные перевозчики, те, которые не смогли разобраться в правильности оформления, в правильности включения прибора. И основная масса, когда выезжают на проверку наши автомобили по всей Брестской области, это жители Украины, которые возвращаются, перевозя строителей из Москвы к себе на Украину. Рекордсменом по так называемому увеличенному размеру оплаты оказался польский перевозчик, заплативший 2400 евро. Он попросту не включил бортовое устройство, специальный пропуск, с которым и контактирует рамка. А ведь для того, чтобы свободно колесить по белорусским дорогам, водителю нужно позаботиться не только об его приобретении, но и об исправности. Купить заветный электронный прибор можно на некоторых заправках, придорожных кафе, а также в приграничных пунктах. В этом плане у системы есть недостаток. Перевозчик, желающий воспользоваться платными дорогами, может купить этот девайс только в Беларуси. Все, что надо сделать, надо обязательно перед выездом на платную дорогу обратиться в любой пункт обслуживания и получить бортовое устройство. И пополнить счет, и в дальнейшем следить, чтобы этот счет пополнялся своевременно. Это вот является главным нарушением, что люди многие как бы говорят, что не знают или пытаясь каким-то образом избежать вот этой оплаты, думают, проскочим. Нет, не проскочим. Информация в базе данных хранится 3 года, и рано или поздно эти нарушители будут все привлечены к ответственности. Белорусы получат письма, так называемые «счастья», как называют их. Они в автоматическом режиме рамки их фиксируют, на ходу фотографируют, и дальше транспортная инспекция рассылает эти данные по адресам фирм, либо физических лиц. Инновационная система «Белтолл» – достойный европейский аналог, однако на данном этапе у национального проекта электронного дорожного сбора есть как плюсы, так и минусы. И если в будущем грамотно подойти к вопросу эксплуатации системы, ее механизм начнет работать более слаженно и продуктивно, и «Белтолл» все же станет выполнять свою главную функцию – экономить драгоценное время, деньги и силы водителей.